Верно. Сколько раз мы должны их выручать, папа? Когда это кончится? Камила, они наша семья. Нам нельзя так рисковать. Так, это не твой лагерь, и не ты отдаешь приказы. Что случилось? Нашего Хосе. Их казнят в Вердере, на площади. Сами виноваты, что попались. Нет. Это ты виновата. Сколько раз я говорил тебе, что мы должны учить их быть повстанцами, но ты никогда не слушала. Верь в других, и поверят в тебя. Как хотите. И что? Значит, просто бросим их? Мерда, я знаю, каково это. Значит так. Нас пятеро. Идем, вытаскиваем наших врагов, убиваем. Хосе будут беречь военные. Нужно ими заняться. Ну, там есть колокольня. И если залезть, будет видно все. Перед казнью будешь в башне. Никто не должен видеть, как ты в нее заходишь. Есть кое-что для тебя. Винтовка Фили с оптическим прицелом. Я ее спрячу. Мигель, я и Камила на площади. Филли у радиовышки. И без мобил. Монтерус Астель Финаль, Камила. Эй, это Мигель. Мигель? А где Карлос? Он занят. Сможешь забраться на колокольню? Думаю, да. Хорошо. Я оставил тебе там винтовку. Смотри, чтобы тебя не засекли. Ладно. Что это, друг? Oh.
Мы на позиции. Окей, хе-хе, я здесь. Движок не глушу, сэрте. Я вижу, Хосе. И стрелять пока не скажу. Яранцы! Это честь для меня, видеть вас здесь. А для вас честь, видеть тут меня. Это лже-яранцы, таким, как они, нет места в нашем районе. Алехандро. Кохоне. Они примут смерть от мощи Яры. Их повесят прямо на стволе этого танка. Что делать, Карлос? Карлос! Он может умереть. Надо уходить. Эспада! Я возьму его. Прикрывай, окей? Да, они не должны забрать его отсюда. Унесу! Они все просто... Где Вилли? Он должен был быть здесь. Конечно. Так, я пошла! Звякну ему! Вилли, ты где? Мне не пробраться. Тут жарче, чем у дьявола в заднице. Алехандро у нас. Он ранен. Ясно, встретимся у радиовышки. Ладно. Сейчас, граната! Я пошла! Танк! Размажем Камемьерда!
ну уже! Поехали! Вперед, Филину! Дали, Фили, быстрей! Я выжимаю из разлюки все, что могу! Впереди враги! Ага, вижу! Где Карлос? Он погиб. Папа! Бинго! Да, никакого хера! Ты должен был прикрывать нас! Винтовку заклинило! Мигель дал мне сломанную пушку! Сука! Нельзя было доверять этой мрази! Они ждали нас! Походу, это была подстава! Бинго! Сердце не бьется. Держись. Фили, дай мне минуту! Что бы ты ни думала, это не я. Думаешь, это не твой брат? Мы же знаем, что он предатель. Что насчет Фили? Он ведь шарит во взрывчатке. Эспада! Ты спасла папу, но даже не подумала спасти меня. Бросила подыхать в этом сраном лагере. Фили, мы его теряем! Думаешь, твой папа страдал? Представляешь?
Представь, что Хосе творит с людьми, когда у него есть время. Не подходи! Я мог бы сдать весь этот сраный лагерь, но не сдал! Чёртова Монтера! Нам всем конец, Камила! Кастильо победил! Андешет! Эспада! Не суетись, пойми, лев спокоен перед убийством. Си, папа. Стреляй! А! Кебен, дядя! Уже слышал о нашей великой победе на Западе? Карлос Монтера мертв. Наш табак в безопасности. А его повстанцы бегут. Стреляй! Комемьерда, дай сюда! Бьен! Бьен! Диего, твой брат, ждет похвалы. Зная, что он задумал, сказал бы, что Монтеро живут среди фермеров. 200 лет, как? Дядя, я хотел тебя удивить. Диего, сколько солдат твоего брата тоже там живут? 80%. Верно. И вот мы видим, как мучеником стал самый знаменитый Монтеро. Посмотрим, сколько солдат захотят трудиться ради рая тебе. Порфавор, Эй, ты убил птицу Диего. Беги. Что? Беги. Буэн Тиро. Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч!